Больше возможностей проявить свои способности и таланты. В Нарьян-Маре стартовал второй региональный чемпионат «Молодые профессионалы» в рамках международного движения World Skills Russia. В этом году состязания пройдут по 5 компетенциям – поварское дело, физическая культура, предпринимательство, ветеринария и медицина и социальный уход. На церемонии открытия чемпионата побывала наша съемочная группа. Студентка 4-го курса НАЭТ Альбина Куландина среди тех, кто будет впервые участвовать в региональном чемпионате молодых профессионалов. Вместе со своими однокурсниками девушка будет проходить испытания по направлению ветеринария. В этом году площадка в техникуме, так все освобождены от уроков и проходит чемпионат. Волнение все равно присутствует, мне кажется, у всех конкурсантов. Волнение конкурсантов вполне объяснимо, ведь оценивать их профессионализм будут в том числе и разработчики конкурсных заданий, так называемые сертифицированные эксперты. Их присутствие на площадке позволит сделать оценку результатов максимально объективной. На площадке именно по компетенции ветеринарии ребята выполняют 3 модуля. Первый модуль – это микробиология, где они окрашивают микроорганизмы сложным методом по грамму и определяют, то есть делают посевы и определяют антибиотики, воздействие антибиотиков на данные микроорганизмы. А второй модуль – это ветеринарно-санитарная экспертиза. Они проводят экспертизу мяса, продуктов растительного и животного происхождения, проводят эндоскопирование куриных яиц и определяют паразитарную частоту мяса. И также модуль С – это выполнение профессиональных работ. Это проводят клинические исследования животных, таких как мелкорогатый скот, птица, домашние животные, проводят ультразвуковую диагностику, на симуляторах оказывают акушерскую помощь, накладывают швы. Ну и многое-многое другое. На примере компетенции ветеринария понятно, что испытания ребят ждут самые серьезные. О том, насколько участники хорошо справились с заданиями, можно будет судить через несколько дней. А сегодня ребята дают клятву ответственно выполнять задания. Мы – участники второго регионального чемпионата «Молодые профессионалы World Skills Russia». Приветствуем всех участников, организаторов и гостей. Клянемся выступать честно, добросовестно и уважительно к окружающим. От имени всех участников чемпионата клянемся уважать и соблюдать правила, по которым они проводятся. Верим, что знания и опыт, приобретенные на чемпионате, помогут нам стать профессионалами будущего. Региональный чемпионат молодых профессионалов продлится 3 дня. По результатам испытаний будут определены 5 победителей, по одному в каждой компетенции. Они будут представлять наш регион на отборочном этапе всероссийского чемпионата World Skills Russia. В прошлом году такая честь выпала студенту НАЭТ Александру Найде. Он был признан лучшим в поварском деле. Я бы пожелал надежды и уверенности в победе. Это очень важно. Я туда пришел за победой. Я победил. Вот. Я хочу, чтобы все участники верили в себя, ну, как это обычно. Вот. Чтобы они показали все, на что они способны, и немножко больше. Ненецкий округ стал официальным участником международного движения в октябре 2016 года. Первый окружной чемпионат прошел в феврале-марте прошлого года по 2 компетенциям – поварское дело и дошкольное воспитание. Ранее представители округа принимали участие в мероприятиях, проводимых в рамках движения World Skills Russia вне конкурса. Ирина Нежалова, Леонид Шишелов, телеканал «Север».